Всем привет, ребята! Как вы уже знаете, с вот этого вот ролика, тут у вас на экране есть, вот с этого ролика, я там был момент, когда был спойлер, и я сказал, что будет Майнкрафт видео. Ну, кто смотрел полностью, то знает. И, в общем, вот, пожалуйста, скачал Майнкрафт. Конечно же, не забабол, ничего. Я не буквально, не дебил. Да, я должен быть в школе, но я не в школе, понимаете? Так что сейчас будем выживать впервые. Ну и впервые я так вроде немножечко всего знаю. Так. Идеальный спаун на дереве. Я еще и на острове, зашибись. Или нет, я не знаю. Добываем дерево. Кстати, можете вы там некоторые профессионалы по Майнкрафту, если вы играете в Майнкрафт, то напишите мне разные там штучки какие-нибудь, чтобы я мог снимать спокойненько. Чтобы знать разные штуки. И ваши комментарии попадут в видео. Я буду их вставлять в комментарии. И вы будете в видео, можно сказать. Вы будете популярны. Так скажем. Можно сказать. Так, это... Больше идти неудобненько сейчас. Кое-что сделаю. Напишите разные там подсказки разные, а то я не читал, я сразу зашел тут тупо и решил создавать мир сразу, потому что не хотел париться сильно. Потому что времени у меня не так много, я не знаю, через сколько родители вернутся, я не знаю когда. Поэтому я быстренько решил, так что пишите там в комментариях разные приколюхи. Так, я знаю, что тут на дерево, тут можно переработать. В доски. Что так медленно? Ну давай, все, 44, создаем верстак. Да, я смотрел некоторых блогеров, которые снимают Майнкрафт, поэтому я некоторые там штучки знаю. Так, вот, создаем вот такие вот предметики. Такие предметы у нас будут в первое время. Но я включил на всякий случай, включил, чтобы мобов не было, поэтому мы можем, в принципе, сильно не париться за то, чтобы... Я уже вижу железка. Мы, наверное, пойдем, наверное, вон туда. Ну, пойдем мы туда. Так, ладно, мы сначала камень, сделать каменную кирку и все остальные предметы каменные. Уже кремень выпасть успел. Уже кремень даже выпал. Так, вот это на 2, это на 3, на 3. 2 плюс 3, 2 плюс 3, 5, и еще 3, получается 8. Да, 8, должно хватить, 8. Ровно должно хватить. Так. Да, все ровно хватило, я великий математик. Я великий математик. Так, теперь можем железка добыть и отправляемся в шахту. Я хочу быстренько попробовать пройти как-нибудь... Просто хочу пройти быстро, потому что не хочу сильно тягаться. Со мной мог быть ВВП, и он, думаю, знает Майнкрафт. И да, он знает Майнкрафт, и он мог мне помочь с прохождением, но, извините, но без него. Потому что он сейчас тупо где-то либо в школе, либо еще чем-то занят, потому что он трубку не берет, ничего не отвечает. Поэтому он... Думаю, в следующий раз он будет на звонке, думаю, мы будем вместе проходить, пытаться Майнкрафт вместе проходить. Ну не вместе в основном серии, мы просто будем подсказывать, что делать. Так, железка, да буду много железа. Как плохо видно. Но, йо! Мне кажется, прыгать отсюда это нехорошая идея. Хотя же делать, да. Так. Сейчас буду камень, тогда сделаю печки и переплавлю железо, чтобы сделать себе железку. Железную. И за 4 минуты я уже делаю тут железо, уже сейчас буду делать саму. Так. Берем. Сделаем две печки, думаю, хватит. Сколько я тут железка добыл?
10, ну думаю, хватит. Если мне 8-то хватило, чтобы сделать вот такого вот сет у вас на экране, то думаю, мне хватит и 10 хватит. Ага, как надо уголь же добыть, чтобы... Так, ладно, это не проблема, сейчас найдем. Думаю, в пещерах, во всех пещерах есть... Опа, вот еще железо спряталось. Ладно, тут где-нибудь неподалеку будет. Неподалеку где-нибудь, надеюсь, будет. Неподалеку, надеюсь, где-нибудь будет. Тут где-то железо. Да, ребята, я не профессионал, не надо меня винить. Не отвлекайте меня. Я учусь, я всему научусь. Надеюсь. Потому что это сложновато для меня. Я в Майнкрафт еще, блин, даже не играл ни разу. Просто только смотрел YouTube по Майнкрафту и все. Поэтому вот я почему я так много вещичек сразу же знаю, сколько на что надо делать. Я просто смотрел летсплей там. А скоро, думаю, буду снимать один блок. Да, есть такой режим, один блок. Думаю, скоро буду снимать. Вот так. Вот что так надо. Так, я тогда был железо, но уголь-то надо таки добыть. Ну, где уголь? Хотя бы один уголечек, пожалуйста. Хотя бы один уголек. Ладно, пойду тут неподалеку. Или может деревом переплавиться. Ладно, придется деревом. Ладно, придется деревом. Так, ладно. Сейчас сделаю из этого доски. Прокатился на волне. Так, добавляем еще сюда его доски. Думаю, хватит. Надеюсь, хватит. Я еще здесь добавлю. Вот, еще тут. Вот еще добавлю. Все, думаю, хватит. А пока что давайте этот уже думать, куда будем идти. Да, прыгать отсюда, конечно, не вариант. Думаю, железо я сделаю, наверное, ведро. Возьму отсюда вот воду и тогда сделаю что-то типа водотропа, наверное. Как это, наверное, так называется. Хотя лучше просто простроюсь, ладно. Так, давайте пока что покажем. Ну, вау, тут же есть такой спуск. Что-то по этому спуску почувствую, наверное. А пока что пойдем еще на эту посмотрим. Да дерево, например, добудем. Потому что дерево нам, думаю, понадобится еще в дальнейшем. А то подниматься наверх из-за дерева будет тупо. Так. Надо еще подниматься. Даже думаю, пока в нем буду подниматься. Так, давай, я хочу до конца. Ладно, пока тут уже дорубим. Тут пока что дорубим полностью дерево. Ну что, нечего делать пока там. Так, все, давайте спускать дерево, спускайтесь, и потом... Ого, железо, еще железо. Ладно, мне оно не надо уже. Я уже так дофига нашел. Я уже и так дофига нашел. Так, давайте спускаемся. А тут дальше я не дотягиваю, поэтому не получится. Дальше не дотягиваю тупо. Так. Добываем остатки, которые я использовал здесь. И погнали. Думаю, там уже довольно-таки много, думаю, перепарилось. Еще по волне спущусь, чекайте. Так. Вот, 14. Нормально. Нормально. Думаю, нам уже хватит. Думаю. Так. Фух, погнали. Вот это. Это понятно, палки. Надо палки. Не зря дерево добыло, это палки. Так, топор. Вот это делаем. Ага. Так, лучше вот эти вот все предметики. Я лучше тут. Железка сюда. Что тут ждем железка? Тут ждем железа, ждем.
Аллилуйя. Ох, так все осветляло. Так, ладно. Фу, давайте, погнали по этому спуску. Стараемся очень осторожно. Так, нет, я лучше пока что дальше спускаться не буду. Вау, как много железка всего. А, мне оно пока что не надо. Буду пока что пропускать. Железка у меня, в принципе, и так предостаточно. Целых 11. Все, аллилуйя, ура, мы спускаемся глубже. А как тут? Рискнуть или нет? Ладно, рискну, наверное, рискну. Помелочи. Ух. Просто не хочу первое выживание в Майнкрафте, просто подохнуть вот так в пещере. Я хочу буквально осторожненько спускаться. Жашу. Так, я уже вижу редстоун. Алмазы! Да ну, за 10 минут алмазы! Какое? Сколько? Только один. За 10 минут алмазы! Офигеть! Я нашел здесь за 10 минут алмазы! Офигеть! Это что? Как? Я не знаю, как мне так повезло. Ведь алмазы очень редко встречаются. Я даже в креативе когда-то там в другом Майнкрафте там летал, искал, блин, никак не находил. А тут, блин, сразу только спустился, уже, блин, алмаз один сразу. Только жалко, что, конечно, один. Ну ладно, это хуже, чем нету. Потому что никаких вообще алмазов. Это лучше. Вообще, как круто. Мне нравится, как мы путешествуем тут. Это что за тот водопад? Водопад. Еще! Два алмаза! Я уже могу кирку сделать! Аминь! Как? Как? Слава! Я тебе советую посмотреть на этот момент. Это просто жесть! Я нашел один алмаз, а через, блин, две минуты уже и другой, второй алмаз. Как? Это я в шоке просто. Еще алмазы, это вы издеваетесь? Еще алмазы? Через несколько секунд еще от него алмазы. Это я в шоке. Я в шоке. Это просто что-то невозможно. Как так было возможно? Как так возможно, я не понимаю, это как? Ну какого фига я? Как вообще? У меня 5 алмазов. За 12 минут. 5 алмазов. Что тут вообще происходит? Я не знаю, как это? За 4 минуты мы там сделали полную железку. Сделали. Так, нет, я не хочу рисковать, поэтому надо сейчас быстренько. Оп. Думаю, сейчас допрыгну. Нет. Не знаю, где тут еще путешествовать. Вот. Я хочу вот таких пещерах побывать, а не вот таких огроменных. Чем глубже мы спускаемся, тем больше шансов, что мы найдем алмазики. Здесь алмазики. Нет, печалька. Да, без факелов, конечно, не прикольно. А где все весь уголь? Я тут даже алмазы нашел, а где уголь? Мне уголек нужен. Да, я просто в шоке. Впервые, так и впервые, почти, не знаю, не впервые. Цель обнаружена. Цель обнаружена, побежим туда. Пожалуйста, хотя бы 2 алмаза, пожалуйста. Мне нужно хотя бы 8, и тогда я уже могу сделать не полный комплект, а просто смогу сделать уже меч, там, и все такое вот смогу сделать. Где-то здесь вот алмазы. Так. Кажется, немножко промазал. Ну ничего страшного, вот под этим блоком.
Алмаз. Вау, два алмаза, офигеть, вау. Это даже круче. Так даже круче. Еще, офигеть, еще и золото. Я вам еще алмазы. Все, я сейчас смогу уже полностью сделать себе и кирку, там алмазы смогу сделать. Офигеть, за 15 минут я нашел алмазы. Офигеть, ребята, это такой экстренный выпуск. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был я. С вами был я, Большой Спикермен. И всем пока-пока. Смотрите, ждите вторую часть.